Староскол многодетный. В нашем округе больше всего на Белгородчине супружеских пар, уверенных, что дети – главное счастье. 2766 семей воспитывают 9108 мальчишек и девчонок. А в одной растет целая футбольная команда – 11 малышей. С начала года в округе еще 262 семьи стали многодетными. В каждой родилось по третьему ребенку. Четвертые дети появились у 57 пар. На пятого решились еще 11. А в четырех теперь по шестеро детей. По седьмому ребенку в пяти староскольских семействах. Один новорожденный, восьмой по счету и двое – девятые. Рекорд по количеству детей на сегодня принадлежит семье из Красногвардейского района. В этом году там появился на свет 14-й ребенок. 13-е чадо родилось у пары из Равенского района.